Москву для участия в Параде Победы приглашены ветераны из всех регионов страны. А Чувашия фронтовиков будет представлять Иван Тимофеевич Торин. Перед отъездом наша съемочная группа заглянула к нему в гости. Ивану Тимофеевичу 89 лет. Во время Великой Отечественной войны командовал танком, прошел Курскую дугу. Вскоре после этого сражения Ивану Торину исполнилось 18 лет. Осенью 43-го года при освобождении Киева он был тяжело ранен. Как мы смогли победить? Потому что мы все очень любили родину. За родину не жалели и себя, и жизнь, и ничего. Дороже родины ничего не было. Иван Тимофеевич в свои 89 лет не сидит дома. Ветеран проводит занятия со школьниками, сам организует для них посещение музеев. За мной закреплена 19-я школа средняя, и там мой класс есть. В этом классе я занимаюсь с детьми. Детьми также воспитываю. Сейчас мы соревнуемся, чтобы в этой группе 5 А, которая за мной закреплена, чтобы не было троек, чтобы не было нарушения дисциплины, порочные ученики, никаких действий, чтобы мы не курили, такими вещами не занимались, что именно той патриотизм, чтобы хочу передать я им. Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. После войны в Чувашии Иван Торин участвовал в строительстве нескольких крупных промышленных предприятий. Иван Тимофеевич с нетерпением ждет поездки в Москву на парад Победы. Победы, которой он тоже был причастен. Марина Рябцева, Алена Алтухова, Николай Яковлев, Республика.